на ежегодном чемпионате города Рыбное по сбору грибов. Сегодня, как к нашей радости, отличная погода. Чемпионат у нас будет проходить 2 часа, поэтому с 10:30 мы начинаем, да? Мы ждем всех здесь на сдаче грибов. Конечно же, пожелаю всем удачи. Ну что, давайте начнем. Какие-то. Это общение, это прогулка по лесу, наслаждаться можно природой, заряд здоровья, позитива и хорошего настроения. Хороший семейный конкурс. Сегодня очень хорошая погода, нам повезло. Мы поймали последние лучики солнца и погуляли всей семьей. Грибы нашли. Ты грибы нашел? Да. Да. Я не только в лесу собирала грибы, но нашла много материалов для своих поделок. Собирать грибы – это наше семейное хобби, и поэтому ежегодно мы принимаем участие в городском конкурсе сбора грибов. И нам это очень нравится. А он падает. Замечательная погода, воздух, интерес, азарт. И самое главное, что мы это делаем всей семьей. У нас есть небольшой результат, надеемся, что мы что-то выиграем. Охоты. Награждается Горелова Елизавета. Самый юный грибник. Награждается Горелов Михаил Евгеньевич. Самый большой гриб. Награждается Сергеев Леонид Александрович. Самый опытный охотник за грибами. Награждается Кузьмин Николай Александрович. Самый лучший грибник Сергеева Леонида Александровича. За 3-е место в нашем чемпионате. За 2-е место. В номинации «Самый лучший грибник» награждается дипломом Жеребцов Николай Николаевич. За 1-е место дипломом награждается Авдюхова Лидия Дмитриевна. Лидия Дмитриевна набрала 20 килограммов грибов. Давайте ей еще раз поаплодируем, да, за 2 часа. Вот, еще всем хорошего настроения, здоровья, успехов, всего самого лучшего. Спасибо. Спасибо большое жюри. Участникам на этом чемпионат по сбору грибов объявляется закрытым.